Всего неделю назад вышел тизер «Черного Адама» с участием Дуэйна Скала Джонсона, и тут же за ним выходит трейлер фильма от Netflix «Красное уведомление». Как ему удается сниматься и продюсировать по 3 фильма в год, до сих пор загадка, но в этом ролике мы разберем, что показали в трейлере «Красное уведомление». Это Кинокорп, канал про кино и все, что с ним связано. Начнем с того, что благодаря карантину стриминговые сервисы набрали какие-то небывалые обороты, и 17 миллиардов долларов бюджет на авторский контент 2021 года говорит сам о себе, из которых бюджет «Красного уведомления» составил 160 миллионов долларов, что автоматически делает этот проект самым дорогим, который только производил Netflix, а всеми любимый Дуэйн снова возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей 2021 года по версии журнала Forbes, заработав при этом 77 миллионов долларов. Это несмотря на то, что была пандемия по всему миру. Перейдем теперь к разбору самого трейлера. Актерский состав просто потрясающий. Разделит площадку Дуэйна Райан Рейнольдс, с которым он уже работал в эпизодической роли «Форсаж», «Хоббс и Шоу», и исполнительница «Чудо-женщины» Галь Гадот. Фанатов Рейнольдса можно обрадовать, что в отличие от фильма «Главные герои», где на дубляж позвали не родной голос Рейнольдса в России, здесь озвучивает всеми любимый голос Петра Иващенко, который уже закрепился за ним, начиная с первой части «Дэдпула». Но в тот же момент поменяли голос дубляжа Дуэйна Джонсона. Зачем так делать в дубляже, остается непонятно до сих пор. Съемки перепали на самый разгар пандемии. Съемочная группа, а это больше 300 человек, были изолированы от своих семей и общества, дабы не подвергать риску заражения всю группу. И Райан Рейнольдс сделал им всем видео для их семей и друзей, а также подарил каждому бутылку джина собственного производства. Сюжет фильма классический для боевика комедии, эдакий попкорновый фильм на 2 часа перед экраном телевизора. Агент ФБР, чью роль исполнит Дуэйн, вербует афериста, которого играет Рейнольдс, за его грехи из прошлого под предлогом сжигания его личного дела, чтобы поймать другую аферистку по имени Ладья, которую играет Галь Гадот, чтобы разрушить ее планы по похищению исторического артефакта – яйца Клеопатры. Весь фильм построен на шутках и нелепых моментах с примесью экшена главных героев, а выражение «красного уведомления» Интерпол используют как запрос на арест особо опасных преступников. Премьера назначена на Netflix 12 ноября 2021 года. Ну а на этом все, друзья. Не забывайте оставлять комментарии под этим роликом и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про наш TikTok аккаунт. Все ссылки есть в описании. И смотрите другие ролики на канале. Это был Кинокорп, канал про кино и все, что с ним связано.